Семена вербены Тускани Лавендер Пикати, вербена Тускани Лавендер Пикати обладают хорошей всхожестью, подстраиваются под любую почву. Активный рост начинается в мае. Формируется куст высотой 30 см, в ширину – более полуметра. В июне появляются многочисленные цветочки, которые буквально покрывают весь куст. Соцветие имеет форму корзинки, но при множестве бутонов выглядит как цельный большой шар. Окрас двухцветный, равномерный лавандовый оттенок по центру, темная кайма – по краям. Ароматное растение непрерывно цветет до наступления холодов. Используется для оформления рабаток, корзин, вазонов, клумб. Вербена Тускани Лавендер Пикати – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Вербена прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для обогащенных почв. В качестве места выращивания вербены прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает вербена Тускани Лавендер Пикати в месяц июль, май, июнь, август, сентябрь, октябрь. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lafa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.